А сегодня я хотела вот таких вещей, ну, в наших домах очень много. Вот они вот такие вот. Вот. Это называется воротник. Может быть, даже не новая эта тема. Ну, вот все равно хочется обыграть эту вещь. Вот, потому что это мех. Ну, выбрасывать жалко, не знаешь, что с ним делать. Вот, может быть, куртка испортилась уже непригодна, а вот воротник остался. Ну, поскольку мы молодежь, вот, а здесь все детали очень такие, ну, цивилизованные, красивые детали. Вот. Ну, я думала оставить его таким, как он есть, вот, но сделать из него действительно воротник. Может быть, даже в зимнюю погоду можно его носить просто, ну, как воротник, вот так вот. Не только под куртку, но и просто с какими-то вещами из гардероба. Сюда можно пришить крючочки.